Я пора, и я вам хочу представить нашу одежду для отдыха и, конечно же, комфорта. Но сразу вы видите на мне, это наш костюмчик мята, я очень люблю. И что я вам покажу? Конечно же, если кто-то любит подлиннее маечку, у нас есть и подлиннее. Вся одежда у нас хлопок, 85%. Я это с гордостью говорю, потому что летом очень необходимо, чтобы все-таки присутствовали натуральные ткани. Костюмчики у нас есть в красивом цвете василек. И, конечно же, яркая фуксия. Я хочу показать вам вот этот хит. Оранжевый апельсин. Сочный такой. Давайте посмотрим, как он будет смотреться. Вот этот красивый костюмчик. Если мы днем используем шортики, ну а на вечер, конечно же, на прогулку, либо просто где-то посидеть или на даче, можно в таком костюмчике. Брюки здесь бананы, вот такие. И, конечно же, есть другая цветовая гамма, я вам показывала, мята. Потом изумительный изумруд, вот такой красивый. И, конечно же, василек. Василек. Вот такой василек. Вот такой василек, я не знаю, как для меня, каждый цвет, он фантастический. И, конечно же, очень хочу показать вам, как же будет вот такой изумруд. Вот и изумруд. Но я вам хочу сказать, камера не передает этот цвет. Он намного темнее, глубже и насыщеннее. Ну, конечно же, и фуксия. Вот великолепная фуксия. Какой цвет выбрали вы? Пишите в комментариях. Если вас интересовали наши костюмчики, ссылка в шапке моего профиля. А я прощаюсь и приду к вам, как всегда, с новыми идеями.